ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны, снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет? Тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены.